Добрый день, друзья! С вами канал «Образ жизни» и очередное видео про очередное видео из серии «Охота и охотничья принадлежность». Принадлежность, конечно, сегодня не только охотничья, в общем-то, будем видеть широкого применения, широкого спектра действия. Но я брал эту штуку, эту вещь, термос на Алиэкспрессе, конкретно для охоты, конкретно для охоты в жаркие дни на перепела или на голубя, то есть когда очень тепло, жарко, температура за 30, и как бы глоток холодной воды спасает. Чтобы не ходить до машины, это вот небольшая бутылка, вполне удобно брать с собой. Купил на Алиэкспрессе, обошлась всего лишь 600 рублей. Бутылка, в общем-то, внешне достаточно качественна, без всяких каких-то запахов. Сегодня хочу просто попробовать ее протестировать на устойчивость, то есть на какое время хватит, чтобы вода не грелась. В холодильнике я охладил воду, сейчас залью ее в эту бутылку и выставлю на солнышке на улицу. Сегодня на улице на термометре у нас 28 в тени, то есть на солнышке будет за 30. Поэтому хочу попробовать, то есть думаю, часа на 3 поставлю, то есть 3 часа это как бы то время, которое обычно ходишь за перепелом или сидишь в засаде на голубя. То есть в принципе достаточно, то есть на дольше, наверное, и не надо. Сейчас налью холодной воды, замерим температуру, выставлю на улицу, ну, а через 3 часа мы снова встретимся, и я уже покажу результат, есть от этой бутылки эффект или он отсутствует. То есть вот бутылку закрыл, вот у меня есть термос, ставим, проверяем температуру. Температура 13,1, все застыло, 13,1 градус. Вот если будет видно, 13,4, ну это сейчас уже 13,1 градус она была. Вот, закрываю и выставляю на солнышко. Через 3 часа будем проверять, что у нас получится, насколько эта бутылка качественна. То есть там уже посмотрим и уже будем знать, есть от этой бутылки толк, стоит ли покупать подобные. Посмотрим через 3 часа. Решил снимать через 2 часа, потому что бутылку поставил на самое солнце. Нагрелась так, что черная бутылка нагрелась так, что в руки взять просто было почти нереально. Поэтому думаю, хватит 2 часов. И сейчас посмотрим, что получилось, насколько она эффективна. Но солнце, конечно, нагрело так, что просто ужас. Просто ужас. Сейчас посмотрим, что получилось. Какая температура в бутылке, не закипела ли она вообще. Ну, вот падает еще температура маленько. Ну, в принципе, 15,3. Сейчас покажу, пока донесу, она маленько поднимется температура. Вот 15,3. Сейчас стало чуть повыше. Вот 15,3 в бутылке, то есть, в принципе, для такой... Для тех условий, то есть бутылка стояла на солнце, я говорю еще раз, то что нереально было взять в руки. То есть фактически вещь достаточно хорошая, тем более за 600 рублей купленная, которую потерять в принципе не жалко где-нибудь в поле. Ну, то есть она стоит того, чтобы взять и пользоваться. Поэтому вот мы протестировали
этот предмет, этот термос, или как китайцы пишут, кружка-термос или термос для велосипеда. То есть, ну, я бы сказал, это термобутылка. Достаточно качественный продукт, поэтому кому будет интересно, приобретайте. Ну и все, и кому было полезно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!